В автомобиле было обнаружено 110 бутылок алкоголя, общий объем 80 литров. По словам 35-летней сущенки, спиртное она купила в магазине Duty Free для себя. Разрешенные к беспошлинному перевозу 3 литра алкоголя гражданки вернули, остальное изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении. Всего с начала года по подобным фактам возбуждено 70 дел, изъято около 400 литров алкоголя.